пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Елена Малышева вернулась. И не только в Россию, но и в эфир Первого канала. Но телеведущая сходу сообщила плохую новость. Пока Иван Ургант метался между Россией и Израилем, Елена Малышева, образцово показательно пребывающая все это время в Москве, снова вернулась на экраны со своим шоу «Жить здорово». Так что вместо развлекательных шоу по вечерам россиянам придется довольствоваться утренними эфирами Елены Малышевой. Правда, ничего позитивного или хотя бы нейтрального в шоу о здоровье Малышева пока не рассказала. Ведущая сходу взялась за старое и принялась пугать людей коронавирусом. А тем, кого эта тема не впечатлит, теледоктор приготовила разговор об опасностях стресса. Получилось мрачно. Это программа «Жить здорово». Мы продолжаем разговоры о стрессе, который загоняет нас в угол, заявила ведущая. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.